«Отель Восток» представляет. Улучшенный одноместный номер литературный. Фёдор Михайлович Достоевский. Исходил город вдоль и поперек, и с удовольствием убедился, что Тюмень намного превосходит и Омск, и Семипалатинск. Многое здесь говорило о том, что Сибирь – страна богатая и торговая, что она, как писал Герцен в «Колоколе», и в самом деле выходит в первый ряд мировых держав. Эти строки принадлежат великому писателю Фёдору Михайловичу Достоевскому. В Тюмени он был проездом. Достоевский возвращался в европейскую часть России из Семипалатинска, в котором отбывал каторгу. Город поистине восхитил его. Тюмень – великолепный город. Торговый, промышленный, многолюдный, удобный. Все, что хотите. Литературный номер восхитит гостей своим интерьером. Простота и оригинальность соседствуют здесь. Восстановить силы позволит удобная кровать. Махровые халаты и теплые тапочки придутся по душе даже самым требовательным гостям. Также в номере – зеркало, кондиционер, холодильник, прикроватная тумбочка, настольная лампа, платяной шкаф, телевизор, письменный стол и стул, кресло, тумба под багаж, телефон, набор гигиенических принадлежностей, фен, беруши, набор для обуви –